конкурс «Дети читают стихи». Суббота Евгения, 9 лет, город Владивосток, моя семья, Вячеслав Тульников. Кто домой приходит поздно, кто на вещи смотрит грозно, кто меняет лампочки, ну, конечно, папочка. Кто с утра до ночи белкой моет, варит, режет мелко, кто летает ласточкой, ну, конечно, мамочка. Кто готов построить дом, прыгать, бегать, ржать конем? Кто наш непоседушка? Ну, конечно, дедушка. Кто расскажет нам сказку про принцессу Златовласку, испечет оладушки? Ну, конечно, бабушка. Кто сломает, что построил? Кто поможет мне сестрою? Кто шел мальчишка? Вот и он, братишка. Кто все в бантиках и в куклах, все в эмоциях и чувствах? Кто поет, как птичка? Это же сестричка. Кто, вы спросите меня, эти милые друзья? Я отвечу, не та я, это все моя семья.